Палатки, костры, песни под гитару. Вот я это все очень люблю. Я знаю. Но это летом. А если зима, дождь, снег, холода, как проводить культурные мероприятия? Не знаешь. А я знаю, как, я тебе скажу, как в селе Майка, что в Сладковском районе. Там возвели модульный ДК. Новое здание появилось всего за несколько месяцев. Храм культуры оценила Карина Закирьянова. Это у нас осталось декорации с Нового года. Убрать нам тоже некуда. После сноса старого здания Дом культуры в селе Майка оказался в незавидном положении. Одна комната служит и кабинетом для заведующей, и хранилищем декораций, и залом для репетиций. 6 творческих коллективов репетируют строго по расписанию. Все вместе сюда попросту не поместятся. У нас сейчас большой танцевальный коллектив, в котором принимают участие 15 детей, понятно, что здесь нам очень мало места. 5 шагов, даже 2 шага вперед, 2 назад. А им так хочется идти вперед, тем более, что в селе Майка Сладковского района живет примерно 600 человек. И душа у каждого требует простора и праздника. Пока работники культуры не переехали в новое здание, все концерты и значимые события проходят в здании школы. Здесь же по субботам проводят дискотеки. Вход стоит 20 рублей. Но в скором времени все встанет на свои места. В селе уже возвели модульное здание Дома культуры, причем за считанные месяцы. Заведующая Евгения Батека проводит для нас экскурсию не без гордости. Вот здесь мы будем выступать. Нам обещают одежду сцены, занавес, аппаратуру навороченную, как говорят. Здесь будет зрители. Зал рассчитан на 100 посадочных мест. Навороченное тут все, не только аппаратура. Здание построено по современным технологиям. Учтены и правила безопасности. Для инвалидов есть отдельный туалет. Единственное, что тормозит открытие – инженерные сети. Надо провести тепло и воду, да прилегающую территорию облагородить. Селяне готовы подождать и уже планируют грандиозную вечеринку со своей концертной программой. Естественно, мы сочинили новую песню, которая посвящена у нас открытию. Население у нас подготовило частушки, тоже, которые посвящены открытию. Приезжайте и вы, теперь места хватит всем. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибинформбюро.